Мы находимся сейчас под Бахмутом. Подразделение выполняет поставленные задачи по обороне определенного участка фронта. Находясь в готовности, когда контрступление ослабнет, соответственно, перейти по необходимости в наступательные действия. Да, 1600. Моя должность футбольный хулиган, Don't Stop Hooligans. Привет, мюзику. Должность у меня такая, которую командир скажет. Скажет мне снаряды подносить, буду подносить. Скажет наводить, буду наводить. Любая работа, даже мытье посуды для парней, приближает нас к победе. Какой футбольный клуб у вас? Самый великий и могучий. Московский Спартак. А футбольный хулиган в чем приходилось участвовать? Как это? Стрит-десорт. С уличной беспорядки. Накрылы, пересечения, забивы, любое телодвижение, которое может порадовать твой дух. Когда твое сердце горит пламенем, таким, знаете. Значит, смотрите, забив, это когда по четкой договоренности там одна банда с другой бандой в строго обозначенном месте встречаются, там 20 на 20, как древнерусские кулачные бои, да. Подрались, разошлись, поаплодировали. Пересечение, это обычно в день дерби, это когда не идет подсчет старого противника, сколько вышло, столько вышло, рубанулись. Вот. Накрыв, это когда идет уже сложная работа со скаутами, это в том плане, что кто-то сообщил о том, что видел там определенный моб, группу лиц, и на это в свою очередь вытягивается быстрая группа реагирования от футбольных хулиганов, дабы накрыть, дабы выдать кренделей или получить. Но так как накрыв это дело всегда, мягко как это сказать, неожиданное для противника, зачастую даже меньшее количество может победить за счет неожиданности. Вот, мы разные фанаты тут выполняем одну, в принципе, работу, но все же есть кабинет, в который я не ногой, потому что там висит вот этот флаг. И когда я захожу сюда, я чувствую опасность, понимаете? У нас создана отдельная кухонька, где мы готовим, порой там картошечки жареные хочется или еще что-либо, помимо консерв. У нас командир очень вкусно готовит. Вот. Обустроили небольшую. Конечно, у нас тут есть маленькие друзья, которые поедают все наше. Поэтому мы все сложили в ящиках от БК. То есть здесь у нас кофе, всякие вкусняшки, которые присылают, да, чай. Потому что мыши грызут все. Мне кажется, что, вы знаете, мое личное мнение, что на самом деле это диверсанты, диверсанты противника, они грызут даже сигареты. Здесь вот хлеб. Ой, тут вкусные какие вещи привезли, я даже и не знал. Вот, банки у нас с тушенкой вот здесь. Все в достатке, благодаря нашим командирам, благодаря гумпомощи. Не забывают, помнят о нас. Ну и, соответственно, вот здесь мы кипятим. Пытаемся, конечно, содержать в чистоте. Вот там вот у нас ящик под мусор, потом мы этот мусор складываем, чтобы, если вокруг нашего позиции будет слишком много мусора, это явно для противника туда будет прилетать. Поэтому мы стараемся как бы не свинячить. Хотя для фаната ЦСКА, конечно, от меня эта фраза кажется смешной, потому что фанатов Спартака называют свиньями. Вот. Привет передаю. Сейчас мы идем передать привет от Испаньолы по заранее выявленным целям из пушки Д-30. Погнали.
Номер 33-23. Управил. 33-23 плюс. Небо, небо смотрим. Конечно, заряжено. 151, правильно? 151. Готов! Орудие! Быстро! Остановить навоз! Готовности огонь! Дон, стоп, хулиган! Готов! Орудие! Выстрел!